Привет, друзья! Опубликованы кадры работы снайперов Росгвардии на Украине. Основные цели для работы – командиры и другие снайпера. Управление – наша задача скрытно выдвинуться и поразить наиболее важные цели. Какие цели вот считаются важными, приоритетными, например? Командиры, пулеметчики, снайпера. Другие. И другие. А какое-то взаимодействие, как отлажено с другими подразделениями? Слаженно работаем, то есть есть работа со всеми подразделениями, связь, все дела. Подтвержденные есть цели пораженные? Есть. В каком количестве примерно хотя бы порядок можно назвать? Ну это как бы тайна.